Hola, amigos, на связи Матвей. Да, ребят, это не кликбейт, я реально играл в Fortnite на улице в мороз целый час, даже больше. И, честно говоря, получилось довольно-таки необычно, прикольно и интересно. В общем, я желаю вам заранее приятного просмотра. Также не забудьте заранее поставить лайк, поверьте, оно того стоит. Не хочу долго тянуть, так что если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший контент по Fortnite Mobile в СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня — это мой тег Автомотив Кар в вашем ждебном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании. Ну а если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Discord сервере. Ссылку вы на него тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю посмотреть вам, как я отыграл Fortnite целый час на улице в лютый мороз. Я только что вышел на улицу. Погода вообще жесть отличная. Прям для съемок. Сейчас покажу. Вот, просто вышел, мороз, солнце, вообще, небо практически чистое, вообще топ. Я думаю, в самый раз для того, чтобы играть в Fortnite на улице. На улице еще вот так выходишь, вроде как не очень-то и холодно, но я все же оделся потеплее. Горнолыжный костюм одел, потому что, блин, все-таки час на улице сидеть, это как бы не просто выйти и зайти. Вот пока пришел в беседку играть, тут так же холодно, как и на улице. Вот, но я не уверен, что здесь будет хороший интернет. Если интернет будет плохой, то я, наверное, поменяю локацию. Короче, вот я уселся, нашел великолепное место. Уже раздал интернет со своего айфона на Android. Сейчас буду запускать Fortnite. Как вы видите, сейчас 15:15, соответственно, значит, мы свой эксперимент. Эксперимент заканчиваем в 16:15. Соответственно, вот я буду играть ровно час в Fortnite на улице в мороз. Вот, в принципе, я достаточно давно не играл в Fortnite. Соответственно, я предлагаю сначала размяться. Пойду сейчас примерно 15 минут в творке фрибилдингом займусь. Ну и потом, соответственно, пойду в паблик, сыграю пару каток, а потом еще пойду в арену. Как раз-таки плюс вы еще увидите, кстати, мой хендкам. Хендкам моей игры, это тоже круто, соответственно, как я играю в 6 пальцев. Так что почему бы нет, хорошая идея. Тем более, это играя на морозе. Но хотя, как вы видите, я оделся достаточно тепло. Соответственно, я не думаю, что мне станет холодно настолько быстро. Я думаю, может, у меня телефон разрядится, может, тут тупой интернет. Я не знаю, если будет тупой интернет, пойду в другое место. Но вроде сейчас вот все грузится нормально. Вот, короче, как видите, творка запустилась, все великолепно идет. Конечно, немного непривычно играть, потому что пальцы немного морозят, а конкретно кончики пальцев. И я не знаю, конечно, как это повлияет на игру, так что сегодня мы это обязательно проверим. Не, ну, конечно, вот иногда вот прям совсем редко интернет может пропадать, но так-то в основном все нормально. Опять же, это не критично, я просто найду себе другую локацию для игры. Почему бы и нет? Ой. Вообще зависло. Вот пока что вот прошло всего лишь 5 минут. Главная проблема это, что у меня морозятся пальцы, вот эти вот два пальца, которыми я держу, соответственно, подпирая телефон. И это немного дает, и у меня западают конкретно указательные пальцы, вот, то есть два дополнительных. И я не знаю, конечно, как это еще скажется на игре. Но, не знаю, может, я еще не привык. Может, сейчас поиграю 10 минут и привыкну. Для этого я и пошел сначала в творку играть. На часах уже 3:35, а это означает, что я отыграл 20 минут. Что я могу сказать по итогу? А вот пока для 20 минут игры на улице в мороз меня преследует несколько проблем. Во-первых, это высокий пинг, во-вторых, это сам мороз. Типа вот, я когда играю, вот мне вот неудобно вот именно играть, у меня морозится, вот я играю вот так вот, у меня морозится два вот этих пальца. Особенно средний палец у меня морозится, потому что я его не так уж сильно взаимодействую. Если я большими пальцами, например, постоянно на курсоры вожусь, соответственно, как-то их разогреваю, то указательный и средний палец у меня вообще отдыхают, и, соответственно, они мерзнут, потому что я их вообще не использую практически. Так-то я оделся достаточно тепло, вот у меня единственное, может, жопа немного подморозилась, но это не критично, могу встать пройтись.
А так, в основном, им на холод влияет на указательный палец и на средний. Вот из-за них я вообще сейчас туплю, не могу сделать некоторые мувы и так далее. Касаемо конкретно телефона, я когда выходил, у меня было 94%, а сейчас на нем 84%. У меня включен производительный режим, соответственно, чтобы Fortnite лучше шел. Так-то вроде никаких сбоев я не замечаю, как-никак это Android, это не iPhone, он не выключается просто так на улице в холод. Единственное, что вот из-за того, что на улице холодно, экран немного морозится и становится немного труднее вести пальцем по экрану. Но это также может зависеть из-за того, что у меня мерзнут сами пальцы. Так-то давайте не будем забывать, что у меня телефон в достаточно критическом состоянии, как вы видите. Ну, то есть, типа Galaxy Fold 2. Ну, вроде как вот по сенсору никаких проблем нет, как вы видите. Оп. И все нормально. Технологии. Ладно, впереди у меня еще целых 40 минут. 20 минут я планирую потратить на паблик, 20 минут на арену. Опять же, если интернет у меня вот прям сильно будет пропадать, я, скорее всего, поменяю локацию. Предлагаю приступить, соответственно, к самому паблику. Я пока выйду в лобби. Короче, поясняю, внезапная ситуация. У меня вот просто паблик вистит постоянно. Если творка у меня еще кое-как шла, то паблик тут точно невозможно играть, так что я сейчас пойду менять локацию. Ой, блин, и того уже 30 минут прошло, надо торопиться, а то в арену так и не успею сыграть. Йоу, короче, у меня тут появилась очень крутая идея, сейчас вам расскажу. Шел-шел и заметил, короче, дом в сугробе. У меня появилась идея, может здесь поиграть, а? Слушайте. Блин, давайте ради разнообразия реально я там попробую поиграть, хотя у меня тут тоже вроде только 3G ловит, так что, ну, чисто ради по приколу, потому что здесь играть нормально невозможно из-за пинга. Не, ну смотрите, тут прям вообще хата так оборудована, мне кажется, здесь даже теплее будет, чем на улице. Ну что, давайте так попробуем тогда. Не, ну вы все же посмотрите, как на улице красиво. Сейчас солнце начало заходить, начался закат, а волка так красиво ему все отсвечивают, еще этот самолет, ну, просто жесть. Короче, лезу все-таки в этот дом. Я все-таки, знаете, чем больше всего боюсь, что он просто рухнет на меня. Хотя не должно, здесь вроде есть такие подпорки деревянные. Но все же, если он рухнет на меня, я, наверное, сдохну. А я еще в форт играю, но это же просто жесть. Ты не имеешь права называть себя киберспортсменом, если ты не играл в Fortnite на телефоне, находясь на морозе на улице. Плюс к этому еще в какой-то ледяном доме. Я вот прям сюда залез, тут такие вот, ё-моё, глыбы. Прям такие жесткие ледяные, я прям не знаю, еще надо подумать насчет позы, в какой позе я буду играть в Fortnite, потому что я обычно сидя играю, но здесь сидя точно не поиграешь. Ой, пришлось включить фонарик, потому что здесь достаточно темно. Короче, я улегся. Блин, надо телефон нормально поставить. Я уселся, я собираюсь в Fortnite играть именно вот так вот. Интернет подключен, конечно. Не думаю, что здесь будет также вот прям ноль пинг. Я думаю, здесь также будет высокий пинг. Все же интересно попробовать. Сейчас вот запускается лаунчер. Не, ну это просто жесть. Играть в Fortnite прям... Ё-моё. Здесь еще холодно, пипец. Там-то я сидел на стуле, а здесь я просто лежу буквально животом. На этом льду это же просто жесть. Мне достаточно холодновато здесь. Короче, ребят, похоже, наш план отменяется. Fortnite выдает ошибку, у меня подключение не проходит. Тут вот такой восклицательный знак над интернетом. Короче, я не знаю, в общем, к сожалению, не получится здесь поиграть, хотя я так сильно хотел. Но, в принципе, если бы хороший интернет был, это было бы, в принципе, реально. Реально, на улице главное препятствие — это интернет. То есть с холодом можно как-то справиться, привыкнуть, но с этим... Интернет ты вообще, не знаю, роутер можешь с собой в рюкзаке будешь носить. У меня с собой нет. Короче, вот я пришел, ищу, где поиграть в Fortnite. Что везде вроде 3G, мне нужно, чтобы LTE ловило. Ну, в принципе, скамейка есть, там еще площадка небольшая есть. Возможно, там интернет ловит нормально. Ну, сейчас, короче, будем искать. Расчищаю, короче, себе, где сидеть. Это этот пипец снега навалило. Ой, блин. Ой. Это вообще жесть. Нашел я достаточно нормальное место, здесь... Блин, собака лает. Я нашел достаточно нормальное место, тут у небольшого замерзшего озерца, здесь ловит LTE, стабильно, не пропадает. Я думаю,
Здесь все-таки Fortnite нам удастся поиграть в паблик достаточно там без всяких там проблем и с пингом. Ну, я пока туда-сюда ходил, пальцы вообще замерзли. Сейчас их постараюсь согреть, потому что ну просто жесть. Fortnite, он пока запускается. Сейчас нажму готово. Собака лает, конечно, минус. Ну ладно. Собака все-таки не умолкает. Ну ладно, я тут подумал, сейчас вот уже практически 4 часа. Учитывая время, пока я ходил туда-сюда, из дома в дом, я добавлю себе дополнительное время, потому что я толком-то и не поиграл. Хочу, реально, мне интересно самому поиграть. Пока игра загружается, ну тогда я врубаю таймлапс. Соответственно, вы посмотрите, как я поиграл в паблик после успешно сыгранной игры. Увидимся. Я, короче, только начал снимать, а тут уже Донбасс начался. Обстреливают, жесть. Как мне быть, ребят, вот каково жить детям Донбасса, вообще жесть. Fortnite нормально не поиграешь, не поймешь, откуда выстрелы идут. Короче, на часах уже 16:21, я на 10 минут больше играю, чем планировал. Короче, расскажу, что произошло. Ну, я там заснял, у меня просто на основном телефоне закончилась память. Я снимал запись экрана. Короче, занял топ-2, хотел ноускоп взять, но не мог. Короче, что вот, я вот играл час в Fortnite на улице, в мороз. Что по итогу получилось? Во-первых, здесь вот было, вот где вот я сейчас сижу, здесь великолепный интернет. У меня вообще с пингом никогда проблем не возникало за все время, пока я тут играл. Зато солнце еще село, стало темнее, соответственно, стало еще холоднее. У меня жесть, как замерзли вот эти два вот указательный и средний палец на двух руках. Как раз вот так вот я играю, вот эти вот два пальца у меня замерзли. Большие пальцы тоже замерзли, но не так критично, что я им постоянно двигаю, но эти вообще жесть замерзли. Во-вторых, жопа жесть замерзла, я даже встану, у меня тут уже, короче, снег прилип. Вот, я не знаю, просто жесть. И еще у меня замерзли большие, несколько пальцев на ноге, на стопе конкретнее, тоже замерзли, потому что, ну, вообще жесть, температура, солнце заходит, температура падает, здесь, соответственно, еще играть холоднее и холоднее, в общем, жесть. Последние 10 минут в катке я вообще просто играл как будто деревянными пальцами, как будто у меня вот пальцы отрублены, мне протезы вставили, я там что-то двигал, что-то там убить кого-то там хотел, что-то там с трудом получалось, короче, жесть. По итогу я поскорее пойду домой, согреюсь, и, соответственно, если что-то еще захочу вам досказать, я обязательно запишу это дома. А так уже пора домой, я проголодался, я замерз, жесть как. Ах да, и на телефоне осталось 64%, то есть разрядился он, получается, ровно на 30%. Это просто жесть, я даже пальцами ничего нормально делать не могу, даже камеру держать. У меня так все замерзло. Опять же, вот эти вот два... средний указательный палец, которыми я играю на обоих руках, жопа замерзла, жесть. И еще пальцы на ноге тоже жесть замерзли. Так-то все остальное вроде нормально, так чувствую бодренько, но все же немного дрожу от холода. Но именно вот за такие эксперименты, за такие вот подобные видео я вот готов поставить лайк. Ребят, обязательно поставьте лайк, если вы до сих пор его не поставили. Я жуть старался, я вот просто жесть как замерз. Также, если вы впервые, обязательно подпишитесь, я уверен, это достойно подписки. Опять же, можете в комментариях написать, какие видео вы еще такого подобного рода хотите видеть на моем канале. Я обязательно посмотрю, прислушаюсь к вашему мнению и, возможно, сниму. Обязательно пишите вот там, где вы хотите, чтобы я еще поиграл в Fortnite. Именно такое необычное место, вот прям мне самому интересно. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego!